Более 1000 ульяновцев посетили праздник в День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. 28 июля в России православные отметили 1030-летие крещения Руси. В честь праздника во всех храмах епархии прозвучал колокольный звон. Но главной площадкой празднования стал храмовый комплекс святого благоверного князя Владимира в Заволжском районе. Празднования начались со служения божественной литургии, которую возглавил митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. Владыка обратился к верующим с архипастырским словом. Мне хотелось бы пожелать вам, и мне, и всем вам, братья и сестры, чтобы в эти святые дни мы с любовью сохраняли все то, что осталось нам от равноапостольного князя Владимира, сохранять святое священное предание, сохранять учение Церкви, быть верными Матери Церкви, такими верными, как равноапостольный князь Владимир. Собравшихся поздравили сотрудники администрации города и области, которые в этот день вместе с прихожанами молились за божественной литургией. Вера – это действительно, наверное, то, что необходимо держать в своем сердце всем, от мала до велика. И сегодня хочется пожелать всем нам вот этой огромной веры в сердце, этого единения, чувства единства, сплочения ради нашей великой страны, великой России, ради нашей великой, большой, развивающейся Ульяновской области. После литургии прошло массовое крещение младенцев, которых нарекли Ольгой и Владимиром. В честь князя Владимира и княгини Ольги не остались без подарков и взрослые, и другие тезки-именинники. Владимир и Ольги получили в подарок святые иконы. Вера, она пережила всю судьбу нашей страны. Ну вот на сегодняшний день, ну, вот такое широкомасштабное мероприятие, вот, ну, на моем, так мы скажем, веку я вижу впервые. Ну, у нас губернатором нашей Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым уделяется очень огромное внимание сегодня вопросам единения всех наших народов. И вот что такое вера? Вера нас всех объединяет. Эта вера, она объединяет, как и чуваши, и мордвов, и всех иных, и русских, и все, кто несут сегодня, кланяются Господу Богу Христу, всего единяет в едином начале. Праздник продолжила концертная программа «Радуйся имени своему» с участием творческих коллективов области. Казаки лихо рубили шашкой, а детвора играла в старинные русские забавы. Для гостей и участников концерта Союзом православных женщин была организована праздничная трапеза. Ирина Антонова, новости Ульянской правды.